Парам-пам-пам. Короче, ребят, пока есть как-то так. Студию, в принципе, почти закончил. Прям вот почти. Осталось только дождаться мебель, столы и еще пару деталей по свету. И будет все заебись. Ну и эти штучки, которые эхо убирают. Короче, все это сделаем. Так вот, что у нас сегодня на обзоре? У нас вот на обзоре кальян от Механика Смоук. Вы скажете, типа, да, во, блядь, ребята сделали новую вставку на свой Steam. И это новый кальян? Я тоже так подумал. Да, но нет. Это полностью новая переработанная механика с моделью Classic. Но есть прикольная история с этим кальяном. Получается, мне его дали. Я его отправил с Питера в Ростов. Он приехал, я открываю коробку и вижу там, блядь, знаете что? Вижу там эту белую коробку. Думаю, блядь, ну, ребят, вы серьезно? Я же просил вас новую модель, вот прям новую, которая такая прикольная, красивая, мне очень понравилась. Нахуя вы мне опять отправили Steam, этот паровоз? Открываю. Тут лежит конверт. Я вижу вот это кольцо и понимаю, походу, ребята в натуре мне отдали старую модель. Ну как, прошлую модель. Типа, олдскульную модель. Я такой думаю, ладно. Убираю конверт, потому что все было закрыто конвертом. И вуаля, вижу новую механику. Я такой думаю, заебись, заебись. Так что, ребятки, сегодня у нас обзор кальяна Механика Смоук с моделью Classic. Давайте разбираться, давайте смотреть, давайте копошиться. Но перед этим скажу вам такую маленькую вещь, что с сегодняшнего дня, в течение месяца, я добился прикольного промокода на все кальяны Механика Смоук. То есть абсолютно на весь ассортимент по промокоду ДАВАДЫМ. Либо вбиваешь его на сайте, либо звонишь менеджеру и говоришь, я вот по промокоду ДАВАДЫМ, да? ДАВА СМОУК, да? Вот тут промокод сейчас будет написан. И вам делают охуевшую скидочку на всю продукцию. Либо приходите в магазин и говорите, я по промокоду ДАВА СМОУК, и вам делают охуительную скидочку, да? Так что давайте смотреть, что у нас есть. Короче, начнем, наверное, с основной шахты. Она здорово выглядит, она прикольная. То есть, ну, необычная, по крайней мере, она очень маленькая. Это ее вся высота. И здесь, что мне понравилось. Понравилось, как они прикольно сделали надпись «Механика Смоук» полностью по уровню. Понравился форм-фактор. Но есть косячки. И о них мы сейчас немного поговорим. Первое косячков – это то, что… Не то, что, наверное, косяк производителя там. Это более такой, знаете, эстетический момент. Я назову это так. Эстетика. Здесь, когда ты вот откручиваешь и закручиваешь обратно, швы видно. То есть, да, многие скажут, типа, ой, ебать, швы видно, неинтересно. Но, значит, должно быть так, чтобы их было видно. Типа, ребята на эту хуйню не заморачиваются, ведь кальян в полном комплекте стоит всего 6900. А это адекватная цена до такого кальяна. Далее. Мне понравилось, что он разборный, его можно разобрать, помыть. И как бы все очень просто. Идем дальше. У нас есть основание. Основание на самом деле тоже интересное, но в основании есть бесячий момент, который мне не очень нравится еще со времен первой механики, которая у меня есть, у которой еще было блюдце квадратное, да? Вы скажете, да, вы. Это что за такое основание-то? Где? Куда одевать? Как это, на колбу закручивать или что? Да. Поэтому ребята из механики почему-то используют такой момент, именно что вот это нужно закручивать. Я не знаю, с чем это связано, возможно, так дешевле производство и конечная цена продукта на полке будет гораздо ниже, если это сделать раздельно. То есть я в этой теме не шарю, почему все это так сделано, да? Еще маленький бесячий момент, это коннектор под шланг. Есть такая вещь, знаете, помните, раньше у многих кальянов, которые был шланг на резьбе, вначале это казалось круто, типа, ой, вуаля, ебать, сейчас закрутим шланг, и шланг выпадать не будет, то есть не надо будет постоянно подходить к гостю, у которого выпадает шланг. Все просто, мы его закрутили, и он никуда нахуй не выпадет, но
Потом со временем получилось так, что это начало бесить кальянщиков, потому что чаще всего, когда ты надеваешь шланг, он припекается, то есть его уже сложно снять. И во время смены тебе приходится вставлять и вот так вот шланг крутить, 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 а у механики здесь довольно-таки длинная резьба. Не клик, где-то чик и защелкнул, да, и ты закрутил. И до этого тебе пришлось поебаться, крутить, блядь, коннектор, крутить шланг и прочую дрочку. Все, выглядит основание примерно вот так. Давайте-ка подкрутим к ней нашу верхнюю часть шахты. Вот так. Чуть-чуть поскрипывает. То есть выглядит это примерно вот так. Ну, прикольно на самом деле, учитывая то, что я видел новые модели новых там известных брендов, то из доступных кальянов, то их новые модели какое-то такое, знаете, прям, ну, ничего такого вау-эффекта нет. А у механики эта модель вау-эффект вызвала. Это тоже нержавейка, IC-304, все дела. Так, нижняя погружная трубка, она интересная. Но она такая же, в принципе, как и у модели Steam, да, то есть ничем она не отличается. У нее тоже есть коннектор, у нее тоже диффузор с отверстием. И вот, собственно, мы его примерно собрали, да. Что касается мундштука, ну, он самый обычный. То есть ничего из уровня лакшери, премиум, хуемиум, да, просто обычный мундштук. Куришь и наслаждаешься. Так, а есть еще резиночки в комплекте, то есть механика всегда ложила правильные резиночки под свои кальяны. То есть те, которые будут реально подходить к вашему кальяну. Еще блюдце. Надеюсь, она не ублюдется, да, то есть именно с кальяна механика первого выпуска на первый паровоз, там, собственно, и была придумана мной эта фраза «блюдце ублюдце». Ой, как я это ненавижу. Оп. Оп. И оп. И оп. Вуаля. То есть все мы это сделали. Давайте посмотрим сейчас на наше блюдце, как оно выглядит. Почему я говорю, давайте посмотрим на блюдце, как оно выглядит? Потому что эту коробку я не открывал. Так, блюдце, вот оно. Все это также держится на резьбулечке и блюдце отдельно не снимается. Вот, ребят, напишите в комментариях, что вам удобнее, когда блюдце не снимается или когда блюдце, грубо говоря, как на Халил Мамунах, на Здарбазах снимается. То есть, как вам удобнее, потому что здесь явно, я уверен, что люди разделятся на два рынка. Кому-то по кайфу вот так, кому-то по кайфу, когда блюдце снимается. Так, кстати, колба тоже механики, она очень крутая, низкая, прикольная. Давайте поставим, посмотрим. Ну, здорово. Прям по кайфу, согласитесь, ребят, смотрится очень круто, очень свежо и интересно. Не сказать, что прям вау, супер, заебись, но очень достойно. И при цене всего в 6900 ты получаешь нормальный, в принципе, крутой и интересный кальян. Мне прям очень нравится. Так, давайте, знаете что, сейчас я пойду залью воду в колбу, пойду забью чашечку, поставлю угли и попробуем его раскурить и уже поговорим о технических характеристиках. Так, мы в принципе все сделали, поставили чашечку, табачок, в чашке у нас забит табак М18, вкус грейпфрут, уголь у нас кокос 25 и, конечно же, механика смоук, да? Смотрите, про что я говорил до этого, буквально там пару минут назад, да, о неудобстве использования коннекторов под шланг в резьбе. То есть это вот так вот нужно стоять, закручивать, да. Я не говорю, что это невозможно, да, то есть у вас не будет такой возможности, то есть это практически невозможно закрутить шланг, но это начинает вызывать в какой-то степени дискомфорт. Вот вы так вот закручиваете, а тут закручивать очень долго. Вы закрутили, потом вам нужно раскручивать шланг, грубо говоря, да, вот так вот. То есть
раскручивать шланг, и вуаля, только сейчас это готово. А теперь давайте, пока у нас чашечка греется, я напомню вам еще, что с сегодняшнего дня в течение месяца по промокоду DavaSmoke во всех магазинах, интернет-магазине и по звонкам менеджеру вы получите охуительную скидочку. Так что юзайте на всю продукцию механики Smoke. А, давайте еще смотреть. Вот видите, вот начинается, ну, то есть нужно прям полностью выкрутить, чтобы это все прям полноценно работало. А, из каких-либо дефектов, косяков внешних, в принципе, я не увидел. Единственное, о чем я говорил, то, что видно некоторые швы, но, скорее всего, просто не было задумано так, чтобы их не было видно, да, то есть... Есть производители, которые об этом задумывают. И их главная цель, когда человек закручивает кальян, допустим, да, разборную шахту, чтобы там не было вот этой щели, да, между двумя деталями. То есть, поэтому ребята так и заморачиваются, да, другие производители. И это респект. Но в данном случае просто об этом даже и не думали, скорее всего. И, ну, это не обязательно. Кальян очень маленький. Очень компактный, плюс блюдца, плюс колба от компании Механика тоже прикольно. А из минусов, я говорил, это коннектор на резьбе. А, вот такая вот коробочка. Ну, это так, чисто, знаете, дело доеба. То есть, лично многие вот так вот берут просто и выкидывают эту коробку, и все, кальян собрали и выкинули. Давайте попробуем сейчас раскурить. В принципе, я думаю, должно уже прогреться. Я не знаю, как кальян курится, я примерно сравню его с курением... классической модели, то есть их это паровоз Steam, да? Это же у нас классик. Погнали. Чуть-чуть перегрел. Если примерно... отталкиваться по тяге. То она, в принципе, такая же. Но этот кальян чуть шумнее почему-то, чем паровозовский. Хотя, на что может влиять-то шум? Ну, шум влияет. И я вам реально говорю, что он немного шумнее, чем стимовский паровоз. Каких-то больших именно технических моментов курения с прошлой моделью нет. Здесь, как я понял, играет чисто форм-фактор и он очень прикольный. И я вот сейчас курю, знаете, о чем я подумал? Давайте-ка мы с вами сделаем вот так. Сим-салабим, стань еще меньше. Опа, и кальян стал меньше. Он стал очень-очень маленький и прикольный, и даже логотип никуда не делся. То есть можно сделать его еще меньше, нужно лишь просто... скрутить вот эту деталь, и уже как бы прикольно получилось, да? Давайте сделаем, наверное, его еще меньше, потому что я сейчас покрутил, повертел и понял, что механику с моделью Classic можно сделать еще меньше. Куда? Скажешь, давай, ебать, куда еще меньше. А я говорю, что можно. Смотрите. Оп. Ха. А, как вам вот такая механика? То есть, по факту у нас получился пиздюк. Мы сняли вначале вот эту часть, сняли потом вот эту часть. И у нас получилось... вот такая вот маленькая и ебаная хорошая маленькая конструкция. Хочешь выебнуться среди друзей, что у тебя самый маленький кальян? Пожалуйста. Дым стал немного теплее, но большой разницы размер не играет, как бы, да? А, правда, блюдце не поставилось, ну да хуй с ней. Ну, короче, ребятулечки, вот такой вот маленький кальян от компании Механика с новой моделью Classic у нас сегодня на обзорчике. Я вам напомню, что по промокоду DavaSmoke на всю продукцию Механики будет действовать хорошая скидка. Так что оставите вот таким. Поэтому с вами DavaDim, всем пока-пока, и совсем скоро мы закончим нашу студию, и в ней будет реально очень-очень круто и уютно. Так что пока-пока, не чихайте.